Перед нами храм Покрова на Нерли. Всем известно, что это непревзойденное по красоте и драгоценности самое высшее произведение русского средневекового строительного гения. И одновременно это же и школа скульптуры. Не будем забывать, что храм создавался в то утро земли русской, которая сподвигла наш народ на творчество. Тем более, что народ был возглавлен такой гениальной личностью, как князь Андрей Боголюбский. Храм своим престолом посвящен празднику, которого не знала ни одна другая христианская церковь. Ни до, ни после России не знала подобных себе правителей. Андрей Боголюбский был человеком высокой культуры и безукоризненного человеческого вкуса. И самое главное, он аккумулировал вокруг себя подобных. И в этой благожелательной обстановке творческая личность окрылялась. И только такое взаимодействие могло кристаллизоваться на таком храме, как Покрова на Нерли. Князь Андрей нес в себе шкалу христианской эстетики и константинопольской эстетики. И было такое понятие, как звуки чудные от вещей. То есть мерилом были звуковая природа здания. Так вот, храм Покрова на Нерли – это идеальное свидетельство храма песнопения. Поэтому там все подчинено гимну Богоматери.